В общем, пипец. Это плохо, он кричит. Ветеринарки, вот каждый вечер в ветеринарку ездим. Толку никакого. Ставим капельницы. Раньше он смирно терпел все капельницы. Ему помогало сразу. А сейчас ему не помогает, он кричит от боли. Вот у него хвост вообще не двигается. Я сразу сказал врачам про это воспаление. Видите, он как сидит. Он раньше хвостом двигал. А сейчас вообще не двигается, то есть он, ему больно, он лежит, там, видимо, начинается боль, и он начинает мяукать, просто ни с того, ни с чего. Хотя мы вот были там 3 часа назад, поставили 2 укола, антибиотик, там еще что-то, по-моему, бейсбол там или жаропонижающий, не знаю, капельницу прокапали. В этот раз ему очень тяжело было выдержать капельницу, не знаю, до этого всегда нормально было. Он прям оживал, ему это хорошо становилось. А тут один шприц, 2 куба поставили, он прям закричал. Пришлось перевернуть другую лапку, поставили. 2 разных врача осматривали. Щупали ему вот это вот место. Там как это, воспаление от этих желез. Не нашли там никаких абсцессов. Вот, то есть там он не, на ощупь не ощущается. Анализы отправили, вот. Сказали 5 дней ждать, пипец, вот 5 дней и ему боли. Я не знаю, что делать просто. Деньги тратятся, в ветеринарку ездим, а толку никакого, самое-то обидное. Я всегда думал, что там помогут, найдут проблему. Здесь очень далеко анализы идут. Тяжеловато, вот он батончик. Он в принципе кушает, да, там в туалет я посмотрел, вот сегодня как раз убирал недавно, он пописал. Как бы. В туалет он ходит, все нормально. По маленькому, по большому не ходил. И вот мне поднимать даже его тяжело, он начинает кричать. Бедняжка. Вчера у него была температура 48, а сегодня было нормально 38 там с копейками. То есть мне врач сказал, это хорошая температура. Мазок там брали, как он кричал, это пипец просто. Очень тяжело. Вот полгода жили, так хорошо было. Лежали, спали, ласкались. И вот пришла какая-то беда непонятная. И самое-то печальное. Непонятно, в чем дело. Вот. Я уже не курю здесь. Кормлю. Вот детский паштет даю, он хорошо кушает его. Видите, хвостом вообще не шевелит. Это действительно, вот как мне сказали, воспаление желез, скорее всего. Но врачи ни хера с этим сделать не могут. Они не нащупают ничего. Антибиотик только ставим. Но сколько, 5 дней поставили, потом был день перерыва, у него началось опять заболевание. Сейчас сидели еще, вот, обчесалку ласкали с ним. Я подношу, он трется. Сейчас смотрите, уже даже... Не обращает на него внимания. До этого так терся хорошо. Он, видимо, сосредоточился. Ему сейчас больно очень. Хвост, потому что в таком естественном положении. Прям не знаю. Врачи щупали. Он кричал, а толку никакого. Информации ноль. Че толку? Ходим, ставим уколы. Капельницы прокапываем. Только мучается он. Не помогает ему нифига. Больно ему очень. Вот он тут полежит, пойдет в туалете полежит, полежит в углу комнаты. То есть он ходит везде, чуть-чуть полежит. Это хорошо, что я еще сразу увидел, что он в таком что-то вяленькое состояние, подозрительно было. Сразу ветеринарку повез и подтвердил, что у него температура высокая. А так бы чуть не доглядел, было бы еще сильнее. Глазки, видите, не текут. То есть, когда его привез температура высокая, у него было воспаление, глаза текли. Сейчас они не текут, по крайней мере, гораздо меньше. Батошенька, ты мой мальчик. Жмурится, больно ему, скорее всего, сейчас прям. Он вообще никогда так не смотрел. Батончик. Вы понимаете, он никогда таким не был. Ни разу в жизни его таким не видел. Всегда смотрит. Он если так вот зажмурится, он кайфует, лежит. Когда вот он так сидит, он всегда глаза широко открывал.
Сейчас просто сидит. Температура в норме была. Прокапали его, антибиотики поставили. Все равно плохо коту. На стационар я его оставлять боюсь. Они там сидят просто в клетках. Никто о них не заботится, никто их не кормит. Они там бегают постоянно в работе. Нет им дела до них. Но здесь уж дома я уж лучше и уберу за ним, и воду свежую поставлю. Паштета детского корма дам. Вот он в туалет может, по-большому хочет сходить, а не может. Хвост не функционирует. Видите, как он? Вот как понять, есть у него сейчас температура или нет? Непонятно никак. Вот он. Маленький. Плохо ему учить. И самое херовое, я понять не могу, как я-то могу помочь. Но он не совсем без учета. Вот. Это хвост, он вообще не шевелится. Он такое ощущение, что на лапки тоже жалуется. Так полежит, так полежит. А лапки у него красненькие, это потому что бинт там, от бинта остается. Да, мой зайчик. Не знаю, что делать. Кто с этим сталкивался, подскажите, как, что там дальше делается. Вот у него лапки забриты, мы туда капельницы ставим. Одевает. Он как бы вылизывается, кушает, то есть аппетит есть у него, вылизывается. Вот видите, оно тоже скорее нервное. Как бы вот по признакам все нормально. Вот видите, пузо это вот отбито. Вот. Пиздец, аж по сердцу просто режет. Ему очень больно вот эту заднюю часть. Я говорил врачам, что одному, что второму. А толку? Анализы так долго ждать, это пипец. Не понимаешь, от чего лечить. Просто ставим антибиотик, капельницу и все. Так ему даже капельницу сейчас больно ставят. Ему, он не может, прям больно. Отвернулся от меня. Подскажите хоть, кто с этим сталкивался, хоть что-нибудь какие-нибудь, скажите, что, как это лечится, что обратиться, на что обратить внимание. Рентген хвоста мы не стали делать, потому что, скорее всего, это ну, не механическое повреждение, это 100%, потому что здесь негде было ему повредить. Никто ему ничего не мог ни прищемить, ни отдавить, ничего такого. Этого только какое-то непонятное воспаление, вирус, не могу понять. Жалко его, плачет, бедненький. Да не, не буду трогать, может поспит хоть чуть-чуть. Блядь, тяжело еще завтра на весь день на работу. Не знаю, блядь. Прям беда с ним. Передвигаться больно, вот у него задняя часть, хвостик, лапки, вот непонятно, дергается еще так, что-то странно как-то. Не-не-не, все хорошо. В общем, напишите в комментарии, какие у вас подозрения, как это лечится, на что обратить внимание, куда бежать, что делать. Врачи вот вообще просто делают одно и то же, и это не помогает нихера. Ладно, буду держать вас в курсе. Надеюсь, все будет хорошо. Какой есть возможность, поддержите там. Если есть такая возможность, потому что пипец. Больше тратится не на уколы, а на такси, чтобы его довезти. Давайте, до новых встреч.